Итак, что хочу вам сегодня показать. У нас есть вот такая электричка Hyundai Ioniq. Взял ее на каршерингу и хочу немного о ней рассказать. Что именно рассказать? Как она себя ведет и что это за машина? Начнем с запаса хода. Запас хода примерно 200 километров. Вчера мы наездили 100 километров. Взял я ее, когда на табле высвечивалось 189. В итоге вечером на парковку я поставил было 139. Но ездили мы в основном по городу. Машинка мне, в принципе, очень-очень нравится. Давайте перейдем к салону. Вот так. Что касается салона. Здесь обычная тряпка, кожаный руль, но машина полностью нафаршированная. Что это означает? Это означает буквально следующее, что у нас здесь есть все. У нас здесь обычный климат-контроль. Давайте мы ее заведем. Так, у нас здесь обычный климат-контроль однозонный, причем можно выбрать, чтобы обдувалась только зона водительская, когда вы ездите сами. Навигация, все есть, подогрев сидений, подогрев руля, куча систем, таких как слежение за полосой, система ВЭС, адаптивный круиз-контроль. Места очень достаточно. И очень-очень комфортно. Сейчас перейдем на задний ряд сидений. Вот, задний ряд сидений здесь, конечно, не убрано. Кто-то до меня машинку брал. Сажусь за собой. И, ну, довольно-таки удобно. Можно даже немного развлечься. Ой, и, ну, давайте еще покажу вам багажник. Вот такой вот багажник, в принципе. Здесь, конечно же, так как это каршеринг, здесь есть все. Здесь дополнительные зарядки, если вам нужно будет где-то ее зарядить. И так далее. В принципе, багажник вместительный также. Что хочется отдельно сказать об этом автомобиле. Проехал я на нем за все время, не только на этом, а и на других, поскольку это каршеринг, ну, где-то километров 500. Брал я еще Nissan Leaf электрический, самый новый, о нем мы также с вами поговорим немного позже, и Volkswagen E-Up. Так, я скажу, что среди этих трех машин Hyundai Ioniq мне понравился больше всего. Больше всего по эргономике, больше всего по тому, как ведет себя автомобиль за рулем. Конечно же, все эти системы, все работает хорошо. Иногда бывает, подтупливает или, так сказать, неправильно работает адаптивный круиз-контроль. Что это означает? Иногда он неправильно определяет впереди идущую машину, когда полоса немного уходит влево или вправо, а с другой стороны есть автомобиль. Он начинает думать, что впереди автомобиль стоит. Но такое бывает довольно-таки редко, но бывает. Это один такой минус. Взял бы я себе такой автомобиль? Да. Однозначно, да, запас хода, я считаю, довольно достаточно даже для города. А если ездить исключительно по городу, то запаса хода вполне, чем вот так, с головой. Вот примерно все, такое мое мнение. Я, к сожалению, не сильно такой автообзорщик. Поэтому спасибо всем за внимание. Кому понравилось, нажимайте лайки, подписывайтесь. И жду вас на своем канале.